Всем привет! Это проект Варгонза, наше специальное включение из Донецка. Сегодня, в общем, был день насыщенный. Съездили с Денисом Пушилиным на передовую, потом отправился к ребятам из Сомали. Отлично поснимали, вас ждет увлекательный спецрепортаж, но небольшая новость, веселая, меня немного ранило. Наступил на какую-то херню. Надеюсь, без особых последствий. Ребята оперативно эвакуировали. Поеду на больничку. С вами был пацаны проект Варгонза. Все нормально. Пойдем. Бодро, молодежно, позитивно. Война есть война. Давай, я к вам. Все, держись, братик. Богом.